«Школа будущего глазами столичных учеников». В рамках фестиваля научно-технического творчества молодежи «Образование, наука, производство» в московских школах прошел городской конкурс проектов. Конкурс проектов «Школа будущего» городским методическим центром проводится традиционно. И в нем принимают участие ежегодно большое количество желающих показать свои проекты. Конкурс проводится с целью приобщения ребят к техническому творчеству, с целью популяризации таких современных профессий, как архитектурные специальности. Конкурс проводится уже 10-й год подряд, и потенциал его не иссякаем. Ежегодно ребята удивляют экспертов нестандартными идеями и архитектурными решениями, представляя свои проекты на макетах и в компьютерном варианте. У нас получился макет такой школы. И состоит из двух центров – четырехэтажного образовательного и трехэтажного релаксационного. На первом этаже образовательного центра расположена просторная столовая. Там будут вкусно и сытно и полезно кормить. На втором этаже – четыре кабинета естествознания. На третьем этаже – кабинет математики и информатики с инновационной техникой и современными гаджетами. В кабинете творчества стоят мольберты, гаджеты для графических работ и виртуальных экскурсий по музеям и театрам мира. На четвертом этаже – ботанический сад, а с экзотическими растениями, вечно-зелеными деревьями. Там можно проводить опыты на растениях и отдыхать. Конкурс проводится по трем номинациям – архитектура без границ, дизайн школьного интерьера, инновации в образовании. Участники показывают новые идеи благоустройства – от современного освещения до модульных характеристик каждого образовательного блока. В современном кабинете есть парта, с ними сидят ученики. В нашем классе все так устроено. Но школа будущего будет выглядеть по-другому. Конечно, в школе будущего будут ученики, и они будут ходить в школу. Но нужны ли будут парты? Мы думаем, что нет. Ведь электронные учебники, планшеты позволят работать без парт. Но школе, конечно же, будут нужны. Они будут мобильными, они будут передвигаться. Вот ученики работают индивидуально. Ученики объединились в группу и работают как иммунопроект. Вовлечение школьников и студентов колледжей в проектную деятельность способствует развитию инженерного мышления и приобщению к техническому творчеству. Такие навыки, по мнению экспертов, необходимы при освоении высокотехнологичного производства и современных профессий. Ежегодно качество работ растет. И специалистам, экспертам все труднее делать им оценку. И мы надеемся, что в будущем эти работы найдут свое отражение в градостроительстве нашей столицы. Итоги конкурса «Школа будущего» будут опубликованы на сайте городского методического центра в тематическом разделе. Все участники получат сертификаты, а наиболее оригинальные, интересные и наукоемкие проекты наградят на фестивале научно-технического творчества молодежи «Образование, наука, производство», который состоится 25 апреля в Центре детского творчества на Воробьевых горах.